Страшное ДТП под Нижней Салдой. Пассажирки не пристегнулись и вылетели из салона легковушки во время столкновения. На трассе водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку и протаранил «Газель». Всего в жуткой аварии погибли 4 человека. Еще 2 с травмами увезли в городскую больницу. Известно, что водитель легковушки, житель Краснодарского края, ехал с 3 пассажирами. «Газели» управлял екатеринбуржец, мужчина перевозил строительные материалы. Наличие в крови у погибшего водителя ВАЗ-2110 алкоголя или других запрещенных веществ предстоит установить экспертам. Движение около места ДТП было временно организовано по одной полосе.